Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда шириной 3, длиной 6 метров на таком бетонном основании. Пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Теплицу мы установили, закрепили ее к бетону с помощью анкеров. Все выровняли, подогнали. Сейчас устанавливаем отливы и начинаем крыть стены поликом. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3 на 6. Идем смотреть. Двери с форточками по обоим торцам. Также есть стеновая форточка. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, все выровнено, закреплено с помощью анкеров. Также есть диагональные усилители для большей жесткости. Покрыта теплица поликарбонатом толщиной 4 мм, плотность 0,7. Вот такие грядки тут уже сооружены. Отлив по периметру. По периметру торца установлен облицовочный, он же прижимной уголок. Чтобы все было красиво и плотно. Вот такая вот замечательная, а главное очень прочная и надежная Легенда. У нас получилось. У меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.